и у Авангарда и у Акбарса за это равную игру 4-4. Семенов. Каски бросает и забивает. Каски гол 2-1. Авангард в концовке первого периода заставляет трибуны здесь, в Казани, замолчать. И Оливер Каски бросает по воротам. Не такой сильный, как обычно у него бросок получился, но был закрыт Тимур Белялов собственным защитником. Линия находится. Хенкель, похоже, именно он закрыл обзор собственному защитнику. Да, конечно, неудачный, но и отметим тут Толчинского, который на пятачке остался. Привез с собой защитника. И дальше Тимур Белялов, конечно же, может быть, и на свой счет это возьмет, но тем не менее.